набережная вообще знаковое место. Здесь очень хорошее кафе было. И здесь был терраса а-ля Одесса. То есть очень приятно было сидеть и разговаривать. Я был здесь много раз. Еще больше скажу, здесь раньше было кафе «Лакомка». Я еще и ребенком ходил сюда мороженое кушать. Это же частичка города. И она должна быть. Азиатский стиль, Чаплин, Арагви, Одесса и Дольче Вита. Возможные будущие жертвы неуемного рвения саратовских чиновников. А вот старому городу повезло меньше. Его уже начали разрушать с привлечением приставов. Рестораторы, как и многие представители бизнеса, сейчас несут убытки из-за коронавируса. Заведения в лучшем случае работают на заказ, а это ощутимые потери в доходах и реальная угроза банкротства для многих. Открытие летних кафе возможно на втором этапе выхода из всеобщего карантина. Такая мера даже с предложенными самими рестораторами ограничениями, как глоток воздуха и шанс на выживание. По этому пути, кстати, идут во многих странах. Это как раз первое, что должно открываться. По крайней мере, то, что открылось в других городах России, и то, что уже за рубежом во все работает. Именно веранды, летние кафе. Это, во-первых, это безопасно. А во-вторых, это даст людям какую-то работу, хоть какую-то. Андрей Табаяков – ресторатор и общественник. Как никто знает положение дел в отрасли. Удивлен инициативой чиновников. Это вообще это абсолютно необдуманное решение. Оформить землю так, чтобы там было летнее кафе, я думаю, это в нашем городе очень проблематично. По крайней мере, на себе я это испытывал. Ладно, там они были неухоженные площадки, скажем, про старый город. Ну да, там они, наверное, некорректно сделали, что там забетонировали. Да, это точно некорректно, и нужно было их просто подправить. А реально у них там стационарные столики стояли, стационарные столы. Ну, то есть нормально все было. Хорошо ребята сделали, с умом сделали. А уж если говорить там про, например, азиатский стиль, так там вообще шикарно. Там просто отлично, удобно, уютно. Мне вот абсолютно непонятно, и нужно однозначно искать какого-то интересанта там. Кому-то это очень интересно, кому только непонятно. Бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко о проблеме извещен, но пока официальных жалоб от предпринимателей в его адрес не поступало. Знаю только по публикациям, и переговоры провел уже с прокуратурой на эту тему. Поэтому на сегодняшний момент то, что происходит, надо изучать по изменениям условий предоставления земельных площадей, потому что там ряд, насколько я знаю, арендных соглашений подошли к завершению, насколько знаю, и то, что слышал, изменения по муниципальным актам в отношении использования этих земель. Но это надо глубоко изучать, ситуацию. Естественно, если там нарушения были произведены со стороны предпринимателей, их необходимо устранять. С другой стороны, надеюсь, что все-таки мы выйдем из системы самоизоляции, и много бизнес страдало уже сейчас. Те решения, которые принимаются, но идут, наверное, не на пользу развития бизнеса, к сожалению. Может быть, имеет смысл вообще объявить мораторий на систему ужесточения ограничений, которые принимаются. Между тем, в мэрии по отношению к предпринимателям настроено решительно. Глава Саратова Михаил Исаев еще до всяких судебных решений уверен, бизнесмены нарушили установленные порядки. У нас есть прошлогоднее соглашение между сторонами, которое говорит о том, что по окончании договорных отношений, они должны привести все предыдущее состояние. А на сегодняшний день я не могу с ними заключить, потому что этот участок не свободный. А если я не могу заключить, они стоят на незаконном основании. Вот вся цепочка. Там получается, что сколько, 5 или 6 заведений попадают, вообще без летних кафе остаются. Это кому вопрос? Ну, комитет же по управлению имуществом подает иск. А что он должен сделать? Они сейчас стоят на незаконном основании вообще. Если в летний период в том году у них было право, то сегодня у них такого права нет. Вот и все. Завтра прокуратура скажет КУИ, на каком основании у вас работают летние кафе, а у них оснований нет. Ну, то есть сейчас компромисс невозможен, какой-то мирный. Если мы говорим про закон, то другого выхода нет. Тем не менее, компромисс найти попытаются. Общественная палата в пятницу, 29 мая, пригласила чиновников и рестораторов к диалогу. Туда же придут представители Минэкономразвития, прокуратуры и Роспотребнадзора. По крайней мере, их позвали. Пока этот компромисс не находится, а его нужно найти.
поскольку в современных условиях, вот сегодня, как мы живем, очевидно, получается, что действительно бизнес стоит. Малый и средний бизнес пострадал больше всех. Общепит стоит и находится на грани выживания. Поэтому очевидно, что те вопросы, которые нужно решать с точки зрения капитальности конструкции, сборности, разборности, мы будем однозначно рекомендовать администрации города все процедуры на следующий год проводить в предыдущем году. Когда мы говорим о том, что есть аукционы, которые должны проходить каждое из этих предприятий, то опять же необходимо понимать, что они не могут стандартно проводиться, а должны проводиться в неком индивидуальном решении. Почему? Потому что если посмотреть всю практику в мире, как устроено летнее кафе, они, во-первых, всегда расположены рядом со стационарным кафе. То есть представить себе ситуацию, что вот рядом с любым из этих объектов, которые стационарные, где есть кухня, туалет, значит, нормальные условия для помывки рук, там, продуктов, приготовления пищи, значит, что тот человек, который встанет рядом, и у него не будет таких возможностей, что он с одноразовой якобы посудой будет все симпатично делать, ну, невозможно. Все это прекрасно понимают. Поэтому в лучшем случае возникнут какие-то столики с пивом, там, «Жигули», вот, одноразовые, летающие вокруг посуды одноразовые салфетки. Это некрасиво, это неинтересно, поэтому только одно кафе рядом с другим. В любом случае, если есть какие-то у кого-то проблемы с оформлением земли, у летних кафешек с подводом коммуникации, то администрация не должна включать сразу такой жесткий механизм казни, а пойти бизнесу на какие-то компромиссы, найти совместные варианты решения. Потому что бизнес – это дойная корова для бюджета. И зарезать ее, тем более вот в этот период пандемии, ну это очень глупо. Бизнес нужно там взращивать просто. Искать ростки, чтобы он дальше там развивался, чтобы какие-то дополнительные точки открывал этот бизнес. И еще такой аспект. Вот сейчас люди будут выходить с карантина, ну, постепенно самоизоляция. Люди там будут полноценно ходить по улицам, гулять, там, посещать учреждения питания. И вот эти летние кафешки – это некая отдушина для людей, где они могут прийти, посидеть спокойно, вспомнить вот этот докарантинный период, порадоваться обычной жизни. А фактически сейчас людям готовят вот такую вот пакость. Они выходят, и вроде как уже по-старому не поживешь. Посидеть на набережной негде, полюбоваться городом тоже негде. В истории с летними кафе действительно как-то забыли о простых саратовцев, да и о туристах. Набережная – лицо города, точка притяжения людей. Заведение общепита – неотъемлемая часть таких мест. За пределами Саратова это, кстати, прекрасно понимают. Наши эксперты приводили в пример Ростов, где набережная вдоль Дона наполнена различными кафешками. Вспоминали соседнюю Самару и другие города. Мы гуляем часто, потому что здесь живем недалеко. Прекрасный вид. Свежий воздух. А вот как относитесь к таким вот летним кафе, которые здесь находятся пока? Это рестораны достаточно уже давно у нас здесь находятся. Это азиатский стиль, вот, допустим. И мы часто, когда вот гуляем, обычно вот сидим. И я думаю, что если бы не вся эта ситуация с коронавирусом, то, я думаю, сейчас бы уже полное заведение было. Если не будет вот этих летних, к примеру, площадок, кафе, людям что останется? В смысле, приносить с собой термосы, бутерброды, в смысле, даже посидеть, ну, негде, да, не будет покушать? По есть... Я уже это предложил сам. Знаете что? Я предложил сам, чтобы вот эти вот летние, ну, рестораны, они сделали небольшую бы музыку. Но если маленькая музыка будет, то как-то это приятно, и, может быть, даже кто-то потанцует. Понимаете? Но они говорят, что жители этого не допустят. А что мешает-то? Мне все это нравится, это все прекрасно, все замечательно. Без этого нельзя никак. В последнее время как-то мы более часто здесь гуляем, нежели раньше, потому что здесь построили летнюю площадку, и мы с семьей очень любим часто приходить. Например, у меня бабушка с дедушкой сюда часто приходят послушать в пятницу живую скрипку. А как относитесь вот к таким летним кафе, которые у нас построены вдоль набережной? Если вы в этом доме живете, ну, бытует мнение, что каким-то жителям они мешают. Ну, вот лично мне ни разу никогда не мешал. То есть я вот с 83-го года здесь. То есть как родилась, так здесь и живу. Мусора нет, здесь наоборот всегда чистота, убранная территория. То есть следят всегда, то есть цветочки летом растут красиво, очень даже замечательно. Вот если таких заведений на набережной не будет, она обеднеет? Обеднеет. Мне кажется, будет намного хуже.